Часто само собой это здесь нет. Я просто прошу, наконец-то добила, чтобы мне свет выключили, чтобы видно было, что чем работать. Для меня это откровение. И для меня откровение. Это означает, что люди вне профессии. Все они не понимают элементарных вещей. Как смонтировать эпизод, не угробить, и сделать из живого человека поминальную молитву. Я бы на месте Доронина и застрелила бы. И вот нахера эти лошади нужны рядом? Когда раскроется как рано для того, чтобы вот так рано светить. По логике даже рано. Вот так разводить экран на кобыл лошадей в крупном кадре, да? На ничего не значащие кадры, где есть крупники гениальных людей. Ну как, когда они успеют это сделать? Да послушай, там это делает 2 минуты, они сейчас это сделают. Слушай, я не знаю, сколько этих людей было. 2 минуты. Почему репетиция это не готова? Я не могу понять. У меня репетиция, мне в Москве выдали список. Время репетиции. Это означает, что здесь люди, твою мать, получают деньги за то, что они это делают. Как это может быть репетиция не готова? Объясните мне, пожалуйста, как это вы только заливаете, если я в Москве знала время репетиции? Ну как, это же профессия. А потом говно по телевизору. И зритель щелкает, его это не трахает. И он прав, что рейтинг вот такой.